друзья, мы решили воспользоваться темой игры и поступили разумно. С помощью машины времени мы отправили двух наших главных персонажей Черепа и Жигуля в прошлое. И сегодня мы будем выступать без них. Поэтому в самом начале приветствия мы бы хотели... Аля, улю, дядя, чё за фигня, а? Вы нафига нас 30-е годы отправили? Да мы просто хотели, чтобы вы узнали, как жили наши деды. Я в Смоленске с дедом в одной комнате живу, я и так всё знаю. Так, давай. С кем играем? Да походу всё с теми же. Рижские готы, Sega Mega Drive. Константин Львович, это что получается? Мы их обыгрываем, а вы их добираете? Я так понимаю, вы либо нас проверить решили, либо над ними издеваетесь. Короче, разумный, давай, мозг включили и обходим гору. Ну что ж, начнем. У нас в Смоленске самая умная профессия – это строитель, потому что их смекалка порой выходит за все мыслимые пределы разумного. Так, Михалыч, чуть левее, левее, стоп! Все, давай, сбрасывай плиту! Фу. А ну что, принесла вся жизнь перед глазами? Ага. Вспомнил, куда чекушку положил? Да, пошли в бытовку! Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. И именно по... Я извиняюсь, есть гель для волос? Подожди, а ты куда собрался? На инаугурацию президента. Что, в таком виде? Да, надо было попроще одеться. Все-таки не мой праздник. Так, а что ты вообще туда едешь? Хочу с Путиным выпить. Так он же не выпивает. Тогда с Медведевым. Так и он тоже. Тогда с Жириновским. И не надо мне ля-ля. А как тебя вообще туда пустят? Там же вход по спискам. Ага, я на рекламных счетах видел. Это наша общая победа. Что ж это получается? Победа общая на банкет по спискам. Ну, Андрей, ну... Так иди отсюда уже! В детстве больше всего интеллект развивали незабываемые уроки математики. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Так, Киселев, повтори, что я сейчас сказала. Марья Ивановна, ну мне это в жизни не пригодится, я электриком буду. Прошло 15 лет. А я напоминаю, что у нас в гостях электрик из Смоленска и вопрос на 4 миллиона рублей. Чьи штаны во все стороны равны? Ну, пусть будет Ньютона. Это неправильный ответ. Блин. Правильный да ответ... Да ну нафиг, все равно не пригодится. А весна — это пора, когда просыпаются такие чувства, как любовь и ревность. Итак, представьте, жена поздно возвращается домой, где ее ждет муж. Ты где была? Но мы с девочками на спектакль ходили. Тебе что, дома представлений мало? Спектакль во сколько закончился? В 9 часов. А сейчас сколько время? 9:10. Ты что, за 10 минут до дома доехала? Ну я пока сметанки... Тебе еще повезло, что сегодня Спартак выиграл, у меня настроение хорошее. Ты хоть знаешь, какой сегодня день? Да. Какой? У меня день рождения.
Разве? Угу. Ладно, проехали. Ты хоть знаешь, что я весь день ничего не ел? Но я же тебе сказала, что еда в холодильнике. Я что, должен сам пойти разогреть этот борщ? Да. Ты сильно изменилась, Маша. Ты понимаешь, почему я 10 лет сижу дома и не хожу на работу? Нет. Чтобы ты всегда знала, где я, любимая. И я жду такой же любви от тебя. Любимая, Андрей, ты у меня такой молодец. Ты мое солнышко, ты мое счастье. Смотри, не упусти свое счастье. Ну и в конце. Тема приветствия «Умный в гору не пойдет». У нас в Смоленске, пока в гору не подымешься, мобила нифига брать не будет. Любите свой город!